жить боли я это называю. Последняя игра на этом аккаунте будет, два аккаунта откалиброваны скоро. Суть такова, то, что все кинули меня, я сижу теперь один сгоряча в скайпе. Сейчас вам статистику покажу этого аккаунта, когда мне его дали в руки. То есть суть такова, сегодня, ну, точнее, с сегодняшнего дня, мне сейчас стоим, я это покажу. Так. Вот с этой игры аккаунт в моих руках, можно сказать. Вот с этого момента аккаунт в моих руках. До вот этого момента было сыграно мной. Потом играл другой человек. Ну, потому что это low priority было, меня забанили. Потом опять я играю, потом опять другой человек. Там по статистике можно это все глянуть. Потом иду я. Сегодня вот это другой человек поиграл, так как мы в пати бегали. Этот чувак зашел на этот аккаунт, я на свой. Вот. Последняя игра, то есть это будет 13 уровень, надеюсь она продлится 40 минут, не как обычно. И либо две игры, ладно, окей. Думаю, это не так страшно. Так, стопочка, небольшая неполадочка. Суть такова, когда я начинал играть на этом аккаунте, тут попадались постоянно школьники, были игры, где 5 кейры, все дела. Начали брать нормальный пик. Начну с этого аккаунта, слабенький, откалибруются максимум на 2500. Вот в чем дело. Не знаю, получится ли в принципе выиграть эту игру сейчас, я уже в уставшем состоянии, потому что сегодня много чего интересного было. В принципе, за день устал. Очень часто начал замечать фантома. Кстати, очень берут много фантома на этом аккаунте. Фантома, Рики, это как бы, ну, нормально, это постоянно. Стоять дальниками против двух милишников — это весело. До сих пор я еще никакой скилл не выучил специально для этого дела. Блять, качнись! Молодец. Стан еще не долетит. Окей, ладно. Умница просто. Умница просто, блядь. Сука, как будто играть на нем не умею. Умница, сука. Можно было продать, по сути, тангусы. Ну вот против гирокоптера, ой, против фантома надо будет, сука, третий скилл сейчас качать. То есть ракетка на один только. По поводу армлета буду думать, потому что я постоянно начал собирать армлет на гирокоптере. И это была 100% победа. Но сегодня вот последние игры, которая была с армлетом связана, она была проебанная, потому что я не успевал грамотно юзать, как я обычно это делал, и в итоге мы проебали. Поэтому что-то я не хочу армлет собирать. Грамотно, значит, хочу уходить от стана, понятно.
Потому что убивать Рики надо по-любому с Эндрики. Но просто будет заябывать постоянно такими темпами. То есть тут все время была руна. Понятно. Понятно. Да я несу уже центрики. Я еще сейчас, если он в ногу пойдет. Бля, как... А, понятно, у него то есть тут тоже, да, были они? Блять, сука, башня же не должна их видеть в этом месте. Что-то я немного затупил. Блин, интересно, куда фантом съебался. Чувствовал что-то неладное Рики, видимо. Конечно, блядь. Я Сендря как-то, сука, спалил. Хуй знает, каким способом тут. Я, если фантома не будет, значит третий скилл она подвернулась. Такой раскачки, как обычно. Здесь пудши я не взял, хотя он вроде наверху или нет, не будет фантом. У нас такой снайпер, сапер, так получается. Ладно, при апане шестого надо будет, блядь, бежать. В принципе, такие размены мне нихуя не нравятся. Сука, снайпер, а почему ты еще вот тут они качнул? И, блядь, не СС, а нихуя. Блядь, какая-то странная у тебя раскачка, ни шрапнели, нихуя. В тот момент, сука, она не была качнутая, вот что могу сказать. Когда я на него смотрел, не была качнутая.
все будет от меня. Вот в чем дело. Писа 6 киллов, которые были сделаны. А, ну ладно, 7-6, окей. Уже не во всех киллах, только я принял участие. Ну, он типа пытается быть таким невзъебенным саппортом, этот снайпер. Хуй знает, получится ли у него быть таким саппортом. Потому что без шрапнели, блядь, он без помощи тут не особо-то дает-то. Психанул. Очень часто такое вижу. Краб. Чем? А нет, слушай, в 7 киллах именно я принимал участие. А нет, это все иллюзия, блядь. Или что, настоящий, что ли? Иллюзия. Ну, туда и дело. Ой, блядь, иллюзия. Че? Так не хочется, сука, делать армлет этот, ну, блядь, просто напрашивается он сейчас, вот реально. Просто тупо напрашивается. Ебавый ёбнутый, сука. Что, ругается тут, я не слышу. Ну слезь, блядь, ёбан. Вера, давай. Блядь, не надо мне что-то указывать, потому что я так знаю, что мне делать. В любом принципе. В любом случае. Почему, сука, они хоть только могут что-то делать, когда, блядь, бегаешь ебучим гирокоптером и приходишь к ним на линию? Вот тавры. Блядь. Тавры, сука, ёбру.
раньше ульту дать гирокоптер. А ты потом сейчас. Сука, Цемка, ты можешь не бежать? Ты ему только скорость от этого даешь. Да ну ебану ты, вообще репорт я кидаю, но тут просто идет под ультой ей насрать. Как я не люблю этих Рики, сука. Рики оказался более адекватным. Ладно, в одном киле я уже не принимал участие, аллилуйя, блядь, что-то начали делать, видимо. Бля, найс, просто отвечаю, я тебе репорт кидаю, блядь. Ебало свое завалить, дебил. Ты не видел, куда я ухожу? Мне вообще похуй на твой репорт, на самом деле, если честно. Их всех в пизду засунуть. Сука, а, Рики, понял. Понятно, понятно, понятно. Рики проглядел. Ну, снайпер толковый попался, это радует.
Герой. Ну ладно. Ну возьму, ты даже этот кира. ДДХ взять? Где ДДХ, блядь? Я уж проебал видео. Ой, блядь, зачем я это сделал? Блять, не загоняйся. Сука, все или живы убегают? Еще и пуш сейчас уйдет, еле живой. А нет, тут вы поможете. Что-то залип я на контакт не могу. Бусикер под ДД.
блядь, ты его все забираешь просто. Да мне-то похуй на него, они просто убегать от меня могут, в общем дело. Я любого могу соло забрать. Охраняйте Ригу. Смотрите. Где, блядь, фантом там бегает? Съебался, что ли? Там, сука, на меня что-то воняет, типа, вот, репорт тебе, блядь, мудак. Блядь, как будто нет в ему дела. Блять, БК, сука, ебучая армлета, я его хуй, он что-то не прожал, блять. Так бы выжил бы и убил бы еще. Сука. Ну сейчас затупил, окей. Кому я денег-то подарил? Бусикер, блять. Дестер говно. Опачки, реке. Легионка, блядь, будет тащить, конечно, не дуэль это дуэль пока. Пиздец, что-то вы как-то пиздец, что делать. Ебал себе. Сука.
Блять, убежал, ладно, окей. В принципе, их не понимаю. Пошел я покупать эту хуйню. Гиро хорошо. Ну, блять, потянем, если того. Безотащим. Затащим, блядь. Наркоман, блядь. Я не знаю, кто выиграет, столько будет брать. И кто будет танчить танк вообще, в принципе. Окей, я буду. Блядь, танк и зипа. Блядь, и зачем ты ультанул? ВД вообще бесполезен в этой игре. Оба. И добиваем ее. Что, лучше сюда сендрек поставить рядом, если есть, чтобы рейки полить. И этот, берите Эгис вместо меня. Эгис, блядь, возьмите. Возьму. Это он нахуй не нужен. Гумит. Там же сойдем. Да можно и зайти сразу же. Бля, изи. Сука, я не апнул этот ебучий, сколько мне там надо? 47, игра длится 33. Сука. Бля, не будешь заебал, да я это не формулю. Сорок семь. А, вот чужого курьера слил.
Ой. Давай. Сделай эту хуйню сюда. Ёбать. Так, 35. Надо еще, чтобы игра шла минимум 12 минут. Ну ладно, пока снесем, мы можем на снесение самого мида потратить около... Ну, около 5 минут, ладно. Надо пойти по всем сторонам, либо постоять где-нибудь. По АФК шить. Так, 1080. Ладно, сейчас накапливаю 1080 и даже нету, даже тысячу просто накопить. И продаем. Гира, го мега сделай, торжат. Че еще раз? Вот этих добью и можно идти покупать. Ну, деньги на ТП, окей. Ну, может, еще подеремся. Ну так, 36 минут, еще 11 минут, и аккаунт готов быть к калибровке. И если аккаунт будет быть готов, то только то можно Гера, будет идти. Я подхожу к вам сюда. Оба тут. А, даже армлет не продаем пока что еще. Где гагенку? Так. Блин, купи гем, что ли, а? И тупо тусоваться с гемом. Просто это уже пройденный этап, то что. Чем это все заканчивается? Ладно, вначале я сделаю ботинок на ТП-ку, чтобы мне скорости, блядь, хватало, а потом уже гем. Сейчас на миду опять драк. Ну, бог. Промазал немного, ну и бог. Тут был блуд где-то. Все, короче, блядь, покупаем гем. Раз. Продаем этот ботинок. Просто армлетом я уже не пользуюсь. Вот в чем дело.
летим сюда. Сейчас мы еще вот эту меню. Вопрос такой, мучает вопрос. 6 минут ли, будет ли продолжаться еще игра? Искренне похуй. Сука, цемка, блин. Ну ладно, окей, живи. Блять, 6 минут ебучих надо, чтобы игра шла еще. Точнее 5. Я просто не хочу по новой начинать игру. Сука, они снесут за эти 5 минут, не надо было пушить. Да. Подстава века на самом деле не намечается, потому что... Да, подстава века это. Я назову это так. О, тут секер стоит. Зачем они такие огонь? Блядь, 4 минуты. Сука! Серьезно? Блядь, из-за этого всего мне надо будет. Блять, сука, 3 минут не хватило. 3 ебучих минут, сука, из-за этого мне еще играть одну игру. Я хотел спать пойти, сейчас ночи. Серьезно, бляди. Нахуя я это сделал, хуй его знает. А нет, апнул. Есть, блять, ура. Аккаунт готов к калибровке, 2 аккаунта готовы к калибровке. Аллилуйя. Блять, братья и сестры, я пытался это сделать. Ура, блять, все. Ну чё, я сделал. Ну чё тут? Ну, можно по статистике все понять. 223 добитых крипа, 43 килла, 11 ассистов, 5 смертей. В принципе, меньше всего смертей за игру. Если был бы 5 косарей, мог, блять, еще что-нибудь купить бы. Ну ладно, не судьба. Завтра калибровка 2 аккаунтов. Всем удачи, всем пока. До новых встреч. Запись останавливаем. Идем, блядь, спать.